Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп подделка». Сегодня мы расскажем вам об оригинальной упаковке американской компании «Ларксид» и арбуз «Юми». Вот так должна выглядеть оригинальная упаковка с семенами арбуза «Юми» компании «Ларксид». Видите, упаковка без картинки, но это ничего не означает. На упаковке размещена следующая информация. Логотип компании, название сорта культуры арбуз, название гибрида Юми, номер партии лота, чистота 99,9%, срок, до которого необходимо использовать данные семена, количество семян в данной упаковке, чем обработаны. Также на обратной стороне размещена информация о производителе, о том, как необходимо использовать данные семена. Сейчас я открою упаковку, и мы посмотрим, как выглядят семена арбуза Юми. Семена обработаны, окрашены в розовый цвет с перламутром. На фоне коричневых семян арбуза цвет немножко розово-серый, но обработаны они, как видите, в розовый. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.